Привет-привет, мои прекрасные друзья. Мы опять в Назебре. Будем искать персидский самовар, если они не закрылись. У них сегодня выборы. Вчера были предвыборы. Да, и я вам покажу другой вход в Назебр. Видите, тут все-таки правда старинная. И мы пойдем искать. Мы искали столовое серебро, а нынче мы будем искать персидский самовар для мачати. Я потом расскажу. Тут нету этого напитка. Я хочу принести его в Болгарию и каким-то образом популяризировать. Сен-Джон Святого Иоанна отель. Видите, да? Вот раскопки. Они до сих пор действуют. Археологи работают. Все как положено. Слушайте, ребята, извините, если у меня будет ветер, страшно. У меня, я уже говорила, с микрофона слетела эта шапочка. И, может быть, петруган. Ну уж простите, не желала я. Посмотрите на толщину стен вообще. Видите, все очень... по-настоящему и основательно. Так, продолжим наши игры и походы. Это большущий инжир. Фига. Поищем, чтобы слопать что-то. Ага, вот можно взять. Нашли. Тут еще много висит. Ладно, это не главное для нас нынче. А Сен-Джон довольно неплох. Видите? Так, надо зайти в тень, чтобы мы красиво осмотрели церковь Святого Иоанна. И пойдемте дальше. Будем бродить в поисках красот. О, прямо на меня упал инжир. Я сейчас подниму. Слопаем. Боже, сладкий какой. Прямо истекает соком. Вот видите. Не знаю, видели, не видели. Так, это наш подножный корм. В буквальном смысле этого слова. Опять я сделаю вот так. Съемочку. Ну вот совершенно очаровательный отель. Нравится. У меня теперь будет полный рот. Чудесного инжира. Ну уж простите, оператор не сдержался. Видите, не все закрылось, кстати. А я вот не была на этой улочке. Может быть, о, кстати, что это у нас за плоды? Неужели лимоны? Тоже это у нас? А, нет, ребята, это хурма. Видите, как выглядит хурма? Ну вот интересно. Так, возвращаемся к древностям. К древностям. Природа природы. Ах, подруга, закадычная природа. Вот кто меня не подведет никогда. Так. Итак, наш Святой Иоанн. Тут три апсиды. Надо зайти в нартекс. Ну, наверное, я сегодня не знаю, не буду обещать. Нартекс. Что еще? Неожиданно все открыто. Но это не та улица, где я видела самовары. Как вы понимаете, я не нашла столовое серебро. Ну, это так скажем, пока. Кто ищет, тот всегда найдет. Может, не здесь. И видела я там и русский самовар, и два персидских, иранских. Эта традиция стулы очень хорошо прижилась в Персии тогдашней. И все. Они даже стали делать красивее и лучше.
и материалы. Полотно. Хорошее, короче, что было. А вот болгарские сувениры. Хорошая тема. Но я уже купила эти глачики для запекания. Ну, потом, может быть, более подробно. 28. Вот мне еще доски нужны. Я тоже уже купила, но таких красивых нет еще. Но это вот их художество. Я считаю, что они молодцы, красиво. Ой, боже, такой неожиданный магазин. Вот так, идешь за самоваром, а находишь глачики и шкуры. Посмотрите, какие бутылки, интересно. Сосуды, я бы не сказала, даже бутылки. Ну, в общем, наливайки такие, поливайки. Вот вам шкуры. Тоже раз чудесные. Интересно, из кого они? Мне надо две шкурки. Как коврики прикроватные. Ну ладно, тут не с кем разговаривать, как вы видите. Ой, это что за красоты? Глиняные. Я все доски ищу. Угу. Ну вот так вы будете знать мои нужды. Через сувениры и поиски самоваров. А сколько стоит? 80. 80. Okay. Ну вот по 80. Настоящие. Подумаю. Я не хочу со шкурами ходить по городу, вы понимаете? И вообще я за самоваром пришла. Это уже становится смешным. Вот часы. Так, все, почти все я вам показала. 6 минуток, это уже много. Это я хотела разминочку такую сделать. Но такой низкий старт получился. Тут главное не заблудиться. Видите, как красиво. Так, даже не знаю, куда пойти. Церковь вам опять показать. Тут их 6 штук. Есть абонемент, можно купить. По-моему, 20 левов. И при покупке вам расскажут много чего интересного. Ну, мало того, что историю, там покажут глубже все эти фрески и все остальное. У меня сегодня не посещение церкви. Не из-за того, что я не купила абонемент. Я в прошлый раз все купила. Просто у меня не было времени. Святой Софии мы видели, святого Иоанна видели. А это Христос Пантократор. Но видите, морально не готова была, поэтому не расскажу я вам волшебное слово. Ой, ну она красивая. Прочту, поболтаю с болгарами, все вам расскажу. Сейчас покажу маленький обзор. И самовар. А чего я сразу тогда не купила? Ну, во-первых, это не дешевая штука. Потом позвонила мужу. Нужен ли нам самовар на углях? Он сказал, конечно же, нужен. Энергетический кризис. Он еще не знает про мою идею мачете. В общем, страшно нужно нам. Будем изолироваться от энергетического кризиса. Ну вот точно я заблудилась. Ой, ну, надеюсь, хоть с каким-то смыслом заблудилась. Вам интересно. Я надеюсь, я стараюсь. Друзья. Я ж могла дома сидеть и заниматься хозяйством. А нет. Ой, вязаные вещи. Посмотрите, как красиво. Все натурально. Вот очень-очень болгарская машина прошиванки. Любят они, ничего не могу сказать. Молодцы. Красиво. Ну, это сувенирная такая оптика. Тоже мило. Что здесь? А, это специфические. Не знаю.
Здравейте. А у вас можно снимать или нельзя? 20 лева может. А, окей, хорошо. Видите, за деньги все можно. Мы так сделаем, если наверное. 20 лева, я слышу, да. Сейчас, ребята. По принципу, цена, потому что не может. А